Перекресток улиц Высоковольтной и проезда Завражного. Если дорога тут еще от снега убрана, благо проехала спецтехника, то вот качество очистки пешеходных дорожек от снега и наледи хромает. Технику на такую уборку не отправишь, она попросту не проедет. Поэтому и привлекают человеческий ресурс. 23 января на субботник вышли сотрудники структурных подразделений администрации города. За лопату взялась и глава города. Мы с дорогами научились справляться. На тротуары жители справедливо жалуются. Сил пока в полном объеме не хватает. Поэтому почистим тротуары, чтобы людям было где ходить комфортно. Улицы Разина, Чайкиной, Зубковой, Костычева во время субботника очистили как пешеходные дорожки в центре города, так и на периферии. Предварительно прошла техника, около 60 единиц. Она же вывозила убранный снег на Хамбушево. В самом субботнике приняли участие больше 1000 человек. Мы столкнулись с проблемой в этом году. Большое количество осадков, беспрецедентный объем вывозимого снега. То есть порядка до 7000 кубометров снега мы ежедневно вывозим. Уже с начала зимы порядка 70000 кубов вывезено снега на свалку Хамбушево. Ту технику, которую нам сейчас администрация области помогла приобрести, ее сейчас кинем на уборку тротуаров, остановок, на то, что нам не хватало. Регулярно в уборке снега участвует около 150 единиц техники и 200 человек-уборщиков. Глава города Елена Сорокина рассказала, что из-за большого количества осадков специалисты уже ночуют на работе и после вновь выходят на улицу. Это новая техника. Называется чудо-аппарат ручной уборочной машиной. Его помогла приобрести администрация области. Ширина захвата уборочной полосы у такого 60 сантиметров. Предназначена для уборки снега и наледи. Всего таких машин 20. Их передали специалистам. Они хороши в уборке тротуаров и подходов к остановкам. Самым проблемным участком в городе. Весь убранный снег во время субботника вывезли на Хамбушево. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания «Город».